На улице у нас зимушка-зима. Прям ух. По-зимнему. Обещают градусов 15. Пока что. Вот так. Можно проветривание. Остается помыть полы. И в принципе все. Ну что, мужик? Или с Настей? Да не, давай с тобой. Давай, бери. Она вот. Ничего не хранит. Сейчас мы поедем в какой-то из этих магазинов выбирать нашу, как сказать, наш тренажер, нашу взрослую игрушку. Поехали. Всем привет, друзья! Решили мы заняться спортом, маленько подтянуть надо фигуру. Давно уже хотели, давно хотели себе приобрести какие-то тренажеры, не знаю, беговую дорожку, может быть, или, как он называется, велотренажер. Но как-то все не получалось, и все это оставалось у нас как-то в мечтах. И сегодня маленько с Аллой переговорили, и все-таки решили, что уже мы созрели, нам уже, в общем, пора бы это все начать делать. И решили мы прикупить и велотренажер, и беговую дорожку. Вот. Конечно, новые, нормальные, стоят приличную сумму денег. Мы решили взять на Авито, я думаю, нисколько не пожалеем. Тоже нормальные, хорошие. То есть они дорогие, все хорошие тренажеры. Вот, и сегодня поедем в город Пермь, наверное, вечером уже, часов где-нибудь в 5-6 вечера поедем за этими тренажерами. Вот. Хотим забрать сразу оба, и велотренажер, и беговую дорожку. Надеюсь, не купят. Объявление выложено только сегодня утром. Так что надеемся, что мы их, в общем, заберем. Все, думали, ходили, куда будем ставить. Были мысли и здесь поставить за место шкафа. Ну, куда его девать, тоже не знаем. И кровать перевернуть, там еще что-нибудь. Ну, никак не подходит. Квартира небольшая, комнаты небольшие. Как бы. Вот. Остается у нас только вот это вот помещение. Это у нас зала. Решаем. Вот этот компьютерный стол. Мы за ним все равно ничего не делаем. Компьютер у нас очень слабый. И работает вообще через раз. Надо его ремонтировать. Вот. В общем, этот мы стол решаем убрать к ребятам. Это к Насте. Настюшка, Димка, привет. 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 Поставим мы его вот сюда, этот компьютерный стол, на это место. Вот так, наверное, будет понятливей. Вот сюда мы его поставим. И Настю маленечко туда подвинем чуть-чуть. У нее там запас места есть, в принципе, нормально. Вот. А сюда хотим поставить беговую дорожку. Она поднимается, она складывается кверху. Как мы посмотрели. Ну, нет, наверное, все-таки сюда. Велотренажер, он поменьше. Велотренажер может быть к нам. А, нет, велотренажер, да, это его. Велотренажер может быть поставим к нам. Вот. Чтобы да, чтобы на велике ехать и телевизор смотреть. И не замечая, как бы, да? Вот. А беговую дорожку поставим сюда. Так, ну вроде бы все, в принципе, рассказал. Будем ждать вечера. Сейчас будем переставлять стол. Маленечко наведем порядок, чтобы потом по приезду сразу приехать, поставить. Ну, сегодня, конечно же, мы захотим испробовать. Будем как-то, не знаю, может, какой-то график. Посмотрим, как в интернете это все делают. Какой-то, может, график, что прямо как занимаются, вот, как сказать-то, с тренерами на тренировках, да, куда ходят. Фитнес-клубы, фитнес-залы. Может, что-нибудь придумаем, какое-нибудь себе расписание занятий. О, кресло хорошее, пока его в сторону уберем. Тут, в принципе, сверху-то ничего убирать можно, не убирать. Так можно. Юбка большая становится. Ключи. Скоро на пол пойдет. Так.
Вот этих надо убрать, чтобы они у нас не упали. Вот так, в принципе. Главное, провода сейчас там отцепим. А его можно и так подвинуть. Ну, нормально. Не такой уж он тяжелый. Лыжи на балкон, но тут у нас лыжи стоят. А балкончик надо убрать, да, Настюха? Да. Так, потихоньку. Так, потихоньку и переставим. Надо освободить место у Насти. Настюшка, давай все убирай, стол подвигай. Сейчас мусор. Вот до той пластмасски. Хорошо, на стене. Да, примерно. Давай это все убирай. Этот стол пока вообще убери, вон, можешь к дверям, что ли, его или к окну подвинуть, чтобы мы тот пронесли. Хорошо. А я, наверное, пока вот эти провода. Здесь у меня куча проводов. От колонок еще идут. Вот. Все отцеплю. И понесу к Насте. Мониторчик отцепил. А то он, колонки-то не упадут, а он-то упасть может. Ну чё? Вот это дело. Вот. Из-под него все доставай. Хорошо. Убирай. Так, это... Опа. Аккуратнее только не сядьте на монитор. Этот пока сюда поставим стол. Вот так вот. Сейчас тут все уберем. И поставим только компьютерный стол. Наська, можешь там музыку слушать потом? Ура! Тут колонки у тебя. А компьютер же это не работает? Да колонки работают. Вот, в телефон втыкай и все. А? В телефон можешь воткнуть. И телефон будет петь. Так. Ах, бардачок. Бардачок тут у нас. Малеха. Деньги откуда тут? Ты накидал? Нет. Вон лежит 2 рубля. В каждом месте можно найти деньги. Мне не надо деньги. Это Настя. Я богаче. Это у нас руль. Так, все, что может упасть, вроде все поправлено. Вот еще. Это от самого компьютера. Пока, Настя, поставь куда-нибудь. Просто отсюда вынеси. Давай. Это вообще можно будет выкинуть, наверное. Да, Димон? Ну что? Все готово? Эту дверь закрывай. Так, ну что, понесли тихонько? С кем понесем? С Настей? Унесем с тобой? Мне стрёмно такой стол потащить. Прям вот этот монитор даже, вот этот. Генератор вот этот. А я его сейчас отдельно, наверное, возьму. А отдельно? А что, он не подцеплен никуда? А, не под... А, да? Он все равно как бы не работает. Я его отцеплю, чтобы он... Вот и все. Я его сейчас отдельно унесу. Потом обратно поставим, пока собирать только не будем ничего. Ну, компьютер в смысле. Он все равно не работает. Mm. Ну что, мужик? Или с Настей? Да не, давай с тобой. Давай, бери. Она вот. Ничего не хранит. Не можешь? Я не еле понимаю. Ну-ка, Настя, давай мы с тобой попробуем. Давай. Попробуем? Давай. Держи, Димка. О, вообще, сейчас страшно.
Вот тут, да, вот так и бери. А это очень. Все, ну-ка, опусти. Ну-ка, иди там попробуй. Давай я тогда попробую. Сейчас. А? Давай. Где легче? Одинаково. Ну, и что? Давай. Так может понеси. Настя. Она пока не может. Стоп. Стол забираться, ты что, им сейчас выходить уже? Мы стол тащим. Ну давай дотащим, и все, мне детей в школу надо. Давай. Поднимай. Что, линолеум порвешь, не отпускай ни разу. Провозик. О, мама кого. А мама Силач. Этот. Арнольд Шварценеггер. Все, я поставлю. Все, пошли, Настя, где резинки? Сейчас. Там. Аккуратненько. О, смотри, Настюшка, как у тебя. Опа. Получается. Красиво. Нормально? Да. Нормально. Вот так вот. Смотри, как хорошо. Да? Маленько надо отодвинуть, чтобы там кабеля проходили все. Ну все, в принципе, неплохо. Это у нас от компьютера еще шнур. Сейчас, друзья, наведем порядок. Все, поставим на место и продолжим. Ну все, друзья, как-то так вот получилось. В принципе, неплохо. Стул мы здесь большой ставить не будем. Он полкомнаты перегородит. Мы его убрали. Вон сюда, к черепахам. Здесь будет стоять. Мы его все равно берем иногда, играем в Xbox. Тут сидим. А вот здесь будет стоять дорожка. Лыжи уберем на балкон. Здесь будет стоять беговая дорожка. То есть как раз, когда ее не надо, мы ее поднимаем, обратно убираем, закрываем ее, чтобы она нам тут не мешалась. Я думаю, самое то. А велотренажер... Велотренажер или здесь будет стоять? Или... У нас в комнате. Это мы еще посмотрим потом. Он, в принципе, там легкий. Это вот дорожка, да, ее надо сразу поставить. Она там 60 килограмм, чтобы она стояла на месте. А велотренажер, он там 20 килограмм. Его можно и переставлять, по идее. Куда захотел. Вот ребята у нас уже в школу ушли. Потом мы их вечером заберем. И уже поедем. Они у нас дома остались, а мы уже поедем. Попробуем на своей машине привезти. Этот ноутбук надо убрать тоже отсюда, подоконник освободить. У Настюшки тут у нас творческий беспорядок. Вот. Его поставим, наверное, на этот, на компьютерный стол. Здесь его поставим. И нормально будет. В общем, наводим порядок. Практически закончили нашу уборку. Убрали велосипеды. Здесь стояли велосипеды. Убрали их на балкон. Место освободили. Здесь сейчас прямо четко будет. Смотрите, как классно будет, да, когда будет стоять тренажер. Вот, то есть прямо для него место. Можно еще телевизор развернуть и включить. Я посмотрел, есть видео. Видео прогулки. И прямо смотреть в наушниках, как будто ты реально прогуливаешься по парку, например. Ну, я думаю, будет, не знаю, пока интересно, в общем. Вот, пойдемте сходим на балкон, покажу, как у нас там встали велосипеды. О, тут тоже маленько прибрался. Раз колеса увезли, мы же колеса увезли, здесь колеса стояли у меня, сразу место освободилось. Ну, здесь всякие вещи у нас, в общем. Ну и вот. Стоят наши велосипеды. Все. На улице у нас зимушка-зима. Прям, ух. По-зимнему. Обещают градусов 15. Пока что. Вот так. Можно проветривание. Остается помыть полы. И в принципе все. Алла пыль уже практически протерла. Угу. Так. Пойдемте покажу, что у нас у Насти в комнате. То есть вот так вот мы оставляем.
Ну, буксу поставили, подоконник освободили. Но она все равно, конечно, сделает все по-своему. Как ей надо. Вот. А так, в принципе, вот. Довольно-таки неплохо. Место тут есть. Можно сесть. Без проблем. Свет у нее тут все, светильничек. Вот. Так, ну а мы сейчас полы я протираю, получается. И ждем вечера, чтобы уже поехать. Поедем мы на двух машинах. Позвонил Газели. Сначала позвонил в грузоперевозки на Газели. Думал привезти из Перми на Газели. Сказали, в районе 2000, может даже и 2500 выйдет доставка. Я подумал, что может быть влезет к нам в машину, если сложить задние сиденья. Вот. С братом на одной машине. Он поедет на машине на своей. И мы поедем на своей. У брата такая же машина точно. То есть заднее сиденье сложим, в одну положим велотренажер, а в другую постараемся, может быть, на бок, постараемся положить вот эту вот беговую дорожку. Надеюсь, у нас войдет. Планируем за все это заплатить 25 тысяч. Продают за 27. Но мы хотим, раз берем сразу оба тренажера, хотим попросить небольшую скидку, чтобы поступили, округлили до 25. Вот, ну, друзья, в общем, как-то так. Ждем вечера. Сейчас протираю пол. И, в принципе, все. Потом только поедем уже за ребятами в школу. Их привезем домой, а сами поедем в Пермь. Немного меняются планы у нас, друзья. Мы хотели поехать по объявлению купить, но так и не смогли толком списаться. Как бы списались, но человек что-то долго отвечает, это раз. Во-вторых, удалил просто сообщения свои. Вот, и мы что-то, не знаю даже, может и к лучшему. Мы пришли к выводам, к мнению, что нам пора, и что нам не пора, что нам надо купить новую все-таки эту дорожку. Вдруг, да, купим старую, сумма не такая маленькая. И если она через год полетит, без какой гарантии, мы ее никуда не сможем даже, как бы сказать, ну, отремонтировать. Ну, сможем, но непонятно, какие мы там можем деньги за это заплатить. Место мы уже приготовили. Так что мы сейчас, друзья, поедем, пока у нас ребята в школе, ждать вечера мы уже не будем. Время сейчас без 15-2 часа, без 15-2 дня. И мы постараемся успеть до школы, пока наши ребята в школе. Съездить и купить новую, абсолютно новую дорожку в магазине. Как называется? Спорт? Спортмастер. Он есть только в Перми у нас, на улице, на Комсомольском проспекте и на улице Мира. Ну, где я знаю, где-то еще есть. Ну, вот эти два магазина я знаю. Сейчас мы поедем в какой-то из этих магазинов выбирать нашу, как сказать, наш тренажер, нашу взрослую игрушку. Поехали. Сейчас поглядим в фирмах. В фирмах мы, конечно, не разбираемся. Главное, чтобы была, я не знаю, до 120 килограмм. Ну, желательно. Ей самой легче будет крутиться. То есть даже если человек 100 килограмм, она, о, да, 100, она его легко провернет. О, на улице-то уже вообще, да? Угу. Зима. Тепло, погода хорошая. Ну все, надеемся, у нас все получится купить, что мы запланировали. Было бы у нас в городе, конечно, мы бы никуда не поехали в Пермь. А так, в нашем случае придется ехать в Пермь. На машину маленько отряхнуть.
Ну и все. В принципе, нормально. Поедем, думаю, в магазин. Ну, этот, я уже сказал. Спортмастер. Скорее всего, на улицу Мира. Там вроде как удобнее с парковками. Вот. Ну все, друзья, в путь, погнали. Да, погодка. Маленько бы подморозило, а то больно слякотно что-то. Чуть-чуть, видать, все равно маленько. Хотя, может, соль сыпят. Может, от соли. Вон впереди КамАЗ идет. Моет отбойник. Не моет, просто щетка чистит. Надеемся, войдет к нам в машину. Мы хотим заднее сиденье сложить. И я посмотрел, сам там не замерял сейчас, а, ну, в интернете. Там где-то 1.70 м получается. Но если что, я думаю, вот эту спинку соседнего кресла пассажирского можно тоже положить. И вот так вот. Ну, в общем, должны как-то мы запихать. Тем более мы сейчас едем за новым, он в коробке, как бы сказать, менее габаритный, да, он там аккуратно сложен. Я думаю, должно у нас влезть все-таки. Все, так что мы сегодня будем бегать. Бегать и ходить. О, машинки новые везут. Рено Каптюр, да? Каптюр, да? Рено Каптюр. Что-то погода такая, все летит, слякоть. Точно. Сейчас едем и думаем. Мы будем мимо проезжать магазина, ну практически мимо магазина. Декатлон. Это рядом с метро. Большой спортивный магазин. Ну я не знаю, если там дорожки вот эти беговые, если там тренажеры, там коньки, лыжи, там, ну, велосипеды, сноуборды, мячи, вся, много чего есть. Я не знаю, вот насчет тренажеров. И мы сейчас решили, все равно заедем в него и там посмотрим, сперва там посмотрим. А потом по шоссе Космонавтов, если там ничего не будет, уйдем на спорт, забыл, магазин. Спортмастер. Так что сейчас едем в магазин Декатлон. Это новый, как бы. Ну как бы, условно новый. А мы там что-то покупали, да, вроде? Лыжи. Мы там лыжи брали. Сейчас поглядим. Подъезжаем уже. Вон там Декатлон. Метро у нас. И Декатлон. Вот. Следующий поворот будет наш. Не знаю, посмотрим, надеюсь, будет. Все, друзья, приехали. Подожди, сейчас я в интернете посмотрю. Сейчас припаркуемся. Вот он, Декатлон. Но я думаю, это хозяева тоже метро. Мои догадки. Все, пойдемте сходим. Сейчас оденемся. Масочку обязательно. Ой, да. Все, готов. Все, пойдемте, посмотрим. Если здесь не будет, то поедем на улицу Мира. Спорттовары, Спортмастер. Погнали.